Выездные семинары по грамотности в жилищно-коммунальной сфере для жителей области проведут за счет финансирования по госзаданию. На это выделено порядка 10 миллионов рублей. Начнут уже в этом году и наведутся в большинство городов и сел региона. Мы будем проводить обучающие семинары со всеми категориями. Плюс дополнительно мы приглашаем на этот день ЖКХ представителей государственной жилищной инспекции, фонда капитального ремонта, регионального оператора по обращению с ТКО для проведения консультаций. То есть жители города или района смогут получить консультацию, прослушать какой-то образовательный семинар по той или иной тематике. Мы сейчас даже рассматриваем вопросы о том, что будем задействовать субботы и вечернее время, для того, чтобы людям было удобно. Основные темы, которые сейчас востребованы среди людей, это, конечно же, способы управления многоквартирного дома, формы, методы участия граждан в соучаствующем проектировании для создания комфортной городской среды. Всего планируют провести 200 обучающих семинаров, а также выпустить брошюры о ЖКХ. На постоянной основе консультации будут идти в офисы квалификационного центра ЖКХ и энергетики в Самаре в доме номер 107 на улице Революционной. За только текущий 2020 год мы планируем обучить порядка 4000 человек. Это и старшие по домам, и те же представители управляющих компаний. Все стороны, субъекты этих отношений будут задействованы. По словам организаторов, подобная большая серия выездных образовательных семинаров проводится в регионе впервые.